911, что у вас случилось? Жених испортил свадьбу. Нет, нет, не вставайте. Вы неудачная пара. Мы же все равно поженимся. К чему спешить? Я не могу стать, как сестра, жалкой, одинокой бабой средних лет. Мне 30. Со мной все хорошо, правда? Тихо, тихо. Сердце бьется глухо. Его еле слышно. Но когда я слушаю правое легкое, оно звучит громче. В чем причина? Когда я пальпировала живот, селезенка у него была не слева, а справа. Сердце справа, селезенка справа, должно же быть слева. Примерно каждый десятитысячный рождается с декстерокардией. И похоже, что это он. Все его органы, включая сердце, расположены зеркально. Мы его теряем. Нужно слить кровь. А если у него нет декстерокардии? Я проткну ему легкое. Сердце слышится четче. Хорошо, понесли его.